Ливни в Кирове будут идти два дня. Особенно сильный был сегодня. Днем выпало до 10 миллиметров осадков. Это данные метеопорталов. Завтра в дневные часы тоже ожидаются дожди. К вечеру среды, судя по прогнозу, осадки должны прекратиться. А кировчане традиционно делятся в соцсетях видео городских потопов. Один из пользователей пожаловался. Опоздал на работу из-за огромной лужи у ботанического сада. Заглохла машина. В итоге получил выговор от начальства. Кстати, о руководителях. Глава администрации Дмитрий Осипов написал в соцсети. Всю ночь получал отчеты о прочистке ливневок. С утра проверил лично, как справляются дорожные службы с последствиями затяжного дождя. Цитата. «На текущий момент есть некоторые нарекания, но ситуация не критичная. Дал ряд указаний, и далее все подрядчики продолжат работать в усиленном режиме».